Акт сотворения остался позади. Благословением Бог труд свой обеспечил. Дал власть нам сеять, собирать, садить весь день, пока не закруглится вечер. И каждый год, дивуясь по весне, воскресшие травинки, злаки, деревца, из-под земли, где зиму им коснеть, акт воскрешения кто сможет отрицать? Где дню и речь, и знания передаст, и ночь торопится положенное выдать. Почти неограниченная в человеке власть царя, орла заоблачного и подводной выдры. А далее открылось в Божьем слове. Творит Бог Иегова новое в духовном. И кто сему способен? Призыв тот, кто уловит. О статусе рожденного всем мертвецам напомнит. Сначала общий план, потом уже в деталях. Чего достичь желал, в чем преуспеть, когда? Новозаветные уже деньки настали, и кто не трудится, тому в конце беда. Но поздравлять уже с плотским рождением не поздравлять, а только с тем, что свыше, явно от Христа. Он сам в крещение чистейшее оденет, в миг покаяния с Лазарем восстал. Воды с едой в Писании мы взыщем, и рост духовный вовсе не плотской, чтоб об евангельской поревновали пищи, плоды взрастили, не хвалясь листвой. Все новое, а значит, ныне цель иная, не до могилки шествуя прямо в небеса. Закон Христов не в молниях Синая, не на скрижалях, в сердце духом написал. Жизнь и посев по обновленной схеме. Расслышать глаз Спасителя, поверить и исполнить. Здесь воскресают тысячи, везде в основе семя. Слова библейские, приправленные солью. 22 июля 2009 года.